В Нижневартовске пожарные проверили точки с самыми популярными новогодними товарами – салютами, петардами и фейерверками. За последние 2 года в городах Югры резко увеличилось количество точек продаж пиротехники. Если раньше в Нижневартовске их насчитывалось не больше десятка, то сейчас около 30. Появляются сезонные киоски, работающие исключительно в период праздников. Так что работа у инспекторов пошнадзора прибавилась. Они провели профилактические рейды по магазинам, где продают пиротехнические изделия. Осмотрено 10 точек продажи пиротехнических изделий. Были выявлены замечания, соответствующие замечания будут приняты к рассмотрению и дальнейшему устранению. Требования к продаже пиротехники довольно строгие. Проверяется целостность упаковки, наличие сертификата качества, условия хранения. Салюты и фейерверки должны располагаться на расстоянии не менее 4 метров от входа в магазин. Вдали от отопительных приборов и попадания прямых солнечных лучей. К ним обязательно прилагается инструкция на русском языке. Товар помещают в закрытые витрины, чтобы ограничить доступ покупателей к опасным изделиям. Пиротехнику продают только совершеннолетним. За нарушение может грозить административное наказание. Все жестче и жестче становится. То есть все требования каждый раз прописываются. Из года в год что-то вносятся, какие-то изменения. Мы стараемся придерживаться всех этих требований, потому что регулярные проверки проходят. Где-то я говорю, что дополнения подсказывают, показывают. Мы придерживаемся этих требований.